Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес, это Жизнь. Сегодня я покажу одну тактику для карты карьеры, которую я применяю уже не первый раз. Рабочая, очень классная, очень здоровская. Не понимаю, почему ее никто не применяет, но сегодня расскажу, видимо, будут использовать чаще. Во-первых, вам нужна техника. Лав 150. Почему? Ну, потому что, когда вы врезаетесь в танк союзника, вы не сильно стопаетесь. Особенно, если, допустим... Ну, я на примере покажу сегодня, но об этом чуть-чуть позже. Значит, вам необходимо, чтобы у вас было два танка. Самое главное, лав и какой-нибудь боевой. Ну, у меня вот, допустим, будет данный танк основной. Вот. В слотах они должны располагаться так. Лав должен располагаться в самой левой части. Основной танк по центру. Ну, вернее, основной танк должен быть следующим. Почему? Объясню. Во-первых, это очень быстро сократит... Вернее, это сократит время. Вот сейчас наглядно покажу. Карта карьеры. Без разницы, что вы находитесь с верхней, что с нижней части карты. Абсолютно без разницы. Действует одинаково. Во-первых, сразу обращу ваше внимание на то, что танк, который я хочу, а именно лав, он будет использоваться первым. И мне не нужно будет нажимать на танк, переключить танк, да. Мы сразу нажимаем кнопку в бой. Кстати, верхний респаун. Погнали. Ну, не знаю, на самом деле, как бы для меня без разницы, верхний, нижний респаун, для меня что верхний, что нижний, кажется одинаковыми. Суть в чем? Максимально быстро скатиться вниз, как можно прямее, как можно быстрее занять позицию, выставить дрона. На этом самом дроне поотстреливать танки противника, и ваша точка, когда уже будет захвачена, вы делаете самоуничтожение. Потом выбираете точку А и запрыгиваете на танке основном уже на точку А. Все, ребята. Офигенная тактика. Берем. Занимаем сейф-зону. Да, блин. Вот. Ну, или есть вариант, как бы... Тут у нас есть одни ящички. Вот. Нет, где они? Где-то они были. Вот эти, что ли? Да, вот эти ящики. Можете перед ними встать. Если вы находитесь с того респауна, то становитесь за эти ящики, с той стороны. Как я и говорил, поднимаем дрона. Ну, дрон надо поднимать сразу было, вот. Противники обычно будут вот с этих тропинок идти. Та же фигня и с обратной стороны. Вот, допустим, мы стали за эти ящики, захватываем точку. Когда вы будете захватывать точку, реальные игроки будут ехать вот еще здесь. Боты едут уже тут. Но это боты. Боты действуют автоматически. Люди же могут ошибаться, ехать тут или тут. То есть вот в этой области будут ехать враги. Затем, когда вы захватили точку, нажимаете назад, сменить технику, самоуничтожение. Потом выбираете точку А. Видите, мне ничего не надо менять. У нас сразу все, что нужно, стоит на месте. Выбираем. И все. Вы контролируете точку А. У вас мощный танк. Готов. Все, ребят. Вот такая тактика. Пожалуйста, пользуйтесь. Всем пока, всем доброго.